Завтра в Чебоксарах стартует форум некоммерческих организаций Чувашии. Основная тема – роль социального капитала в экономическом развитии региона и значение местных обществ в развитии территорий. Форум проходит уже в третий раз. Это открытая площадка для диалога общества, бизнеса и власти. Эксперты признают, качество социальных проектов из года в год растет. Больше стало и неравнодушных людей. Их активная гражданская позиция позволяет решать многие социальные проблемы. В конкурсе на получение президентского гранта каждый год рост 30%. Как сумма растет, получение этих грантов, так и количество участников. Растет проектная культура участников. То есть люди не просто вот пишут «дайте мне денег», да? Они описывают проекты, они описывают эффекты от его деятельности. И, значит, наверное, то, что мы выигрываем, появляется, ну, скажем, растет профессионализм в этом плане. А это тоже многое стоит. Ведь ты начал вот в социальных проектах, а социальные проекты перестают государственные. Это тоже немаловажный фактор. Это тоже своеобразная школа. Социальные услуги, благотворительность, развитие территорий и местных обществ в рамках форума планируют обсудить эти и другие вопросы. На дискуссионных площадках некоммерческие организации представят свои лучшие практики. Эксперты из Казани, Ульяновска, Екатеринбурга, Йошкар-Олы уже подтвердили свое участие. По программе завтра, 26 октября, пройдет сессия на тему «Социальный капитал как эффективный механизм развития территорий». Форум продолжит работу и в субботу.